А мой отец, мы придем в церковь, и он начинает молиться, молиться, просить прощения. И пап, за что ты просишь? Он говорит, сынок, я был на войне, я убивал людей. Да, я защищал родину, но я убивал. Я видел глаза этих людей. Это, говорит, понимаешь, я не могу это забыть. Это ужас, когда вот сталкивает людей. Вот кто кого убьет, застрелит, представь. Ну, если я его не застрелю, он по мою мать придет, убьет. Я его должен застрелить, понимаешь? Я это делал. Но я сейчас понимаю, какой это ужас. Я такой вот, я это, он страдал поэтому, понимаешь? Я это так проникся к нему. Убить человека – это страшно, это ужас. И отец переживал. Понимаешь, вот это вот очень-очень сильно переживал и просил все время, чтобы мы это простили.